Мне Свен два мальчика сказали, что меня любят. Что теперь делать? Эх, как нелегко, когда ты красива. Отдай, отдай, отдай. Не дам, не дам. Готова? Готова? Давай. А красивая на солнце, рыжая. Аж с переливом. Вот посмотри, еще маленький. Маленький тигренок, как ты. Ай. Отдай. Дай. Все. Готово? Сижу здесь с краю, греюсь на солнце. У нас бэк-ярд. Ах, красиво, какую травку покосили. Вот краешек солнышка, греюсь на солнце. Это что-то. Нет никакого тепла до сих пор. Ой-ой-ой-ой. Дай хвост. Дай. Дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. Дай. Дай лапу. Дай. Дай лапу. Ау! Рози, ты что? Ты зачем кусаешь руку, которая тебя кормит? А? Ты руку не кусай, которая тебя кормит. Ау! Рози, ты мне пальчик укусила. Пальчик вот этот вот укусила, да, вот, смотри, лянь, больно, больно, смотри, и смотреть не хочешь, вот морда, вот за твою вредность, я теперь тебя за лапу потягаю, за твою вредность, да, и подразню тебя, ты вредная, я вредная, да, ай-я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 й. Рози! Ты опять мне укусила пальчик? Я же тебя потом кормить не смогу. М? Что ты будешь делать? Да. Зюху тебя потрепаем. Бредная собака. Играться хочет. Ей нужна активность, а... Мы с ней не гуляем, потому что холодно. Я не могу по холоду гулять. Извините. Извините, мне нужно тепло. Я не могу ходить. Вот, ребята, я сижу, вот не поверите, смотрите. Видите, куфайка теплая. Видите, вот пуховая такая, пуховое пальто. Вот я сижу, видите, вот. Смотрите, я в пуховике сижу. Какие гульки. Рози, а ей нужна активность, ей нужно гулять. Да? Поэтому она вредничает. Она пристает. Давай, давай. Пристает. 5 лет должна уже успокоиться. 5 лет, а ты все играешь как ребенок. Посадки до сих пор еще нет. Я уж не знаю, может быть, через неделю. Конец мая уже скоро. Может, через недельку что-нибудь начинать высаживаться. Даже не знаю, что делать. Дай.
Ну, в общем, такие вот игры. Туда-сюда кидаешь, она туда-сюда. Да. Присаживайся, давай, присаживайся. Согрелась? Согрелась? Давай, присаживайся. Давай. Вот, умничка, присаживайся. Все, отдохни. Отдохни маленько. Отдохни. Маленько отдохни. Видишь, лапки стрекозные. Стрекоза. Стрекоза, стрекоза. А вот так мы вечером вот так развлекаемся. Гулять не хочу идти. Она пока ей, конечно, бы все равно, ей не холодно, но мне холодно, ребята. Все, у меня начинает горло залаживать, у меня все. Нос течет, все. От этого холода у меня аллергия появляется. Я не могу ходить гулять. Еще ветер дует холодный. Да? Дай хвостик. Дай хвостик. Дай. Вот с этой стороны у меня здесь будут красивые цветы. Вот эти большие шары белые. И там это я оттуда выкапывала, сама копала. Ой, как я копала, как в сказке про репку. Дед за репку, баба за деда, и в конце концов Рози тянула тоже вместе со мной. Тянули мы эти кусты, корни вернее, я вытягивала и сюда пересадила. Вот. Красота теперь. А так этого не было ничего, не знаю, что до этого жили люди. Вообще не по понятиям абсолютно. Вообще не по понятиям ни по каким. Такой кустарник цветов красивый. Вон там белые такие. Ой, они мне так нравятся. Вы видите, где посадили они их? И, кстати, те цветы же тоже. Они посадили вот там в углу, где их и не видно вообще. Там мусор. Там мусор. Там заборчик такой. Там, ну, скидываем там такое. Листву там такое. И кусты потом зарастают, и ничего там это не видно. Ни цветов, ничего не видно абсолютно. Голый ярд был, вот это все голое. Голое было, голым-голо. Ни деревья никакие, ничего абсолютно. Эти дерева выросли сами по себе уже. Вот они уже вымахали. Это шелковица там, кстати. И цветущая там была маленькая когда-то. Видимо, дичка, оно росло, и они не садили. Видимо, дичка выросла. Само по себе. Не знаю, яблонька такое что-то меленькое, как на яблоке похоже, как на дичку. Все, и вот это дерево одно единственное было. Вот это дерево. Не знаю, как в других посмотришь этих. И елки. Смотрите, какие деревья. Чего там только нету. Здесь вообще ничего не высаживали абсолютно. И все здесь было голо. Голо-голо. Вот это все голым-голо было. Голым-голо. Это все я, цветы, лилия, все это мое дело рук. Ой, господи. Ну, в общем, что я скажу? Абрикоса принялась, яблоня принялась, но цвести, наверное, будут уже в следующем году. Вишня таки пропала, вернее, черешня. Так я отойду, это фокус. Черешня таки пропала. Иди, лучше побегай во дворе, и с этого хватит. Хотя, конечно, солнышко так светит, птицы поют, так хорошо. А на улицу выходишь, аж вся скукоживаешься, скореживаешься. Так, и риски. Так, ну что, гладиолусы, вот видите, вот это гладиолусы, которые я выкопала и потом опять посадила. А те, которые в земле остались, так и пропали. Вот смотрите, видите, даже вот видите, от них пооставались. Да, вот правильно мне писали, что их надо выкапывать. Теперь я буду знать. Их так много было. Я взяла, выкопала всего лишь половинку. Половина пропали. Ну вот видите, ничего. Еще нет абсолютно. Вот клубника растет сама по себе. Вот чеснок вырос вот с той стороны. Видите, петрушка, это с того года. Хорошая петрушка. Я урожаю собирала уже 3 раза.
Так, эхинацейка у меня здесь цветет. И картошку, ребята, вот посадила вот здесь вот. Вот уже немного, это моя, вот это домашняя, что я вам делала видео, показывала, ростки пустила, все. Потому что ту, которую покупали, она, там вот это две картошины было, и все. Здесь маленький кусочек будет. Так, ну вот видите, ничего, вот цветочки мои. Да, сейчас покажу вам этот куст. Вот видите, вот этот куст. Ой, такие красивые цветы, как они мне нравятся, я их люблю. Вот такие они большие-большие, вот это такие ветви. И знаете, еще есть, напишите, кто знает, как они называются, вот розовые такие, вот они как розочки такие маленькие, прям ветки тоже. Тоже такие ветки, вот как эти, смотрите, вот такие ветки, но только розовые, вот как розочки, маленькие-маленькие такие, вот как они называются, ой, я те цветы просто обожаю, я их как увижу, все, у меня прям просто аж коленки подкашиваются, я вообще не знаю, что это такое, наваждение какое-то, но эти тоже мне нравятся. Они, правда, так не пахнут, но они очень красивые, когда расцветают, вы представляете, взяли, вон, посадили в мусорке, ну, вообще отстой полный. Ой, батюшки ты мои! Ой, а что такое? Не помню.